Так, ну чё, по такой же схеме? Да. Не будем ничего изобретать? Нет. А, они сместились, Денис, или так же они стояли, по-моему, да? Да. Ну, погнали. Также от каждого по банке на топливо. Только, ну, не теряй отряд. Ладно, Пусть он стоит. больше не буду, хорошо, пусть Пусть он ставят. стоит. Пусть ставят. Ну, мы, кстати, это, кстати, сейчас посмотрим. Ну, я уверен, что если они Ага. захватят машину, эту точку и выиграют, они скажут, ну, типа, нет, я скажу, точнее, я скажу, ну вот из-за этого все и проиграли. Но это будет отмазка. Зачем тебе Конечно, отмазка, конечно. если мы Это должны моя победить? отмазка. Дима, она также на третьей позиции, да? Ну, отлично. Да. Мистер Атикин с ним справится, надеюсь. Все на тебя надежда. Ух ты. По-моему, самолету стрелок выстрелил. Там бывает, Было да, такое? было, даже мы заметили одному. Хотя он не должен этого делать. Ну, он спалился. Ну да. Я... А, не, не вижу его приближения. Так же гоним. Я даже не вышел ни в какую доктрину, потому что не видел смысла выходить, и у меня не было. Давай от этого двора играть. Какого? Из Хорошо, так этого. же, я так понял, так же. Но он также залезет в эти два домика, я уверен. Важно сбросить второй отряд, и чтобы он не по ящик не стрелял. И недалеко. И Скидывай ящик. сейчас уже. Вот, сейчас могу, да. Кидывай, и причем не Главное, так. чтобы он в яму в эту не попал. Меня Сейчас, подожди, отодушит. на точку надо сходить. Ты захватываешь точку? Ну, я Изменил приду, если тактику? что. Все нормально. Он, видишь, он в доме. Ты не выбьешь его из дома ничем. Я знаю. А где? То есть мы не рашим. Стой, стой. А, ну. Главное, чтобы нас не надамажили. Я могу пулемет туда засунуть, но у них уже миномет будет сейчас. Я свой пулемет здесь, ты свой пулемет вот тут. Они будут стрелять сюда же. А может я сюда попробую поставить свой пулемет? Это опасно. У них новозеландцы есть, которые с снайперским выстрелом Тогда я, минус знаешь, я прямая. попробую через дырку стрелять вот эту. О, да. А отряд у тебя Да, отступает, да, да, отступает да. рядом. Он не вылезает через эту дырку собаки. Все, он дом занял. Блин, надо все-таки было не отступать. Вот сюда у меня отряд заходит. Это Денис. Гранат кидать бесполезно. А вот миномет, а вот и миномет. А вот и миномет. А он его ставит. Он его ставит, есть шанс. Ну! Нет, три-то не получилось. Три очка. Три чувака так остались. Начал пулемет работать. Я пошел дальше. Вторая граната сейчас пойдет. Ну, убей его, Шилов. Убил, но миномет остался. Так, лечилка нужна. Я лечилку качаю. Но я больше туда уже не приду никуда. Пулемет, осторожность. Да, вижу. Можно напасть. Пока он миномет не подобрал, он мне не страшен. Вот он подобрал. Все, я отхожу. Вот теперь я отхожу. Мои чуваки все дохлые, но я делаю лечилку Лечилка. качаю, да, и потом самолет туда же ставлю, как всегда. Я что-то не понял. Отряд на этого. Мой отряд убил модельку, а у него не считали. Такое бывает? Ну не знаю, там мало ли что там он просчитал неправильно. Давай, иди туда, как всегда идешь. Шо? А. Ты пулеметом отойди дальше. Нет смысла там стоять. Он сейчас вот опять тебя будет. Я лучше это место возьму. А ты отойди вот сюда, под это Я место. туда слева, да. Я сейчас башню
банки есть смысл сейчас ставить? Банки? Да. У тебя есть лишняя личка, вот сюда, сейчас я точку захвачу. Ну, да, я захвачу эту точку. Я у меня самолет сейчас будет. А. Самолет скидывай вот туда да. же. Да, 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 да. Сейчас подсвечу. Я делаю свой миномет. Надо его починить будет сначала. Чтобы он не успел. Все. Не, иди прокачивай. Иди и захватывай точку. А я чиню самолет. Ладно, окей. Потому что ты же медицину я качаешь. Просто боюсь, а одним минометным выстрелом сейчас улетит мой самолет и все. А они не будут. Так, он начал стрелять опять. Надо... Минометами своими. Пулеметами, то есть двигайся там. Так, все. Я могу уходить в первую фазу и качать горных егерей. Атикин, как там у тебя? Окей, все. Все, там все. Ну, у нас вот эта зона, это уже хорошо. Да, да, да. Если ты сейчас вот это вот, все вот это вот займешь, мистер Метловский, тогда все. Опять все. Это один в один прям повторение прошлой игры. Ну, может по-другому, но смысл один и тот же. Все, я прокачал лечилку, первую фазу. Еще буду делать горных егерей, качать лучки. А могу делать миномет. Ну что нам нужно? Миномет, там, лейка. Надо решить. Я миномет делаю. Хорошо. Отбирают нашу точку. Я снайпера сделаю, как всегда. Вот что я сделаю. И прикрою его автоматчиками. У меня есть уже 4 чувака. 4 убийства. Так что скоро лычка будет. Да, и банку сейчас построю уже. Но у меня пока одно очко. У кого сколько там? Одно. Тоже сейчас буду строить банк. Нужно топлива много. Хорошо. Чем раньше, тем лучше строю. Сейчас будет. Сюда заходим. А, да-да-да, вижу. Они за VIP пошли. А это чувак остановился. А, мину кладет. Мину. Не ходите туда. Это как из миномета, кстати. А, нет, я из миномета в другой. А, его пулемет увидел. Вот сюда стреляю из миномета. Давай. Тебя обходит. Я пулемет разворачиваю. Все то же самое. Денис, отряды сливать, что-то с ним не то. Он устал уже. Он там были сложные игры, когда он один играл с Эмилем. Он просто более уставший. И у него время-то уже из-за меня. Сколько? Я первую шишку поставил. Зато Дима сейчас, блин. Да. Ну, он вот тут идут. Мои там чуваки есть. Пойду проверить, что у него там. Он на VP точку лезет, больше у него ничего не остается. Черт, пулемет. Пулемет слили мой все-таки. Ну я ему гранату убил. Гранату убил, ну, это самое мину. Сейчас пойду вперед. Ну все, это уже. А, нет, смотри, мина. На свою гранату же.
можно как-то дом пофиксить, чтобы вот, вот эта дверь работала, нет? Ну, надо другой домик искать. Потому что не выходит, если даже показываешь. У нас топливо примерно 44. Это ж вообще. Надо бандушку делать. У меня есть уже, кстати, топливо. Ну тогда кидаешь, да, вот и все, и закончим это. Сейчас я станчик вызову, чтобы он светил. Гаубицу строят, гаубицу. А. Пусть построит, потом бомбанем. Да. У меня тоже есть бандежка. И разведка, и бандежка. Так что пусть достроит, и потом конкретно долбанем. Отследил, я его испугал. Ну тут все, все. Есть одна бомбежка. Можно кого угодно бомбануть. Хотите Диму, хотите Дениса забьем. Они, по-моему, все к Диме же побежали. О, надо делать разведку. Я делаю разведку и бомблю. Все, бомбим. Все, это все. 100%. Тут уже... Хотя нет, смотри, они отошли. Надо было раньше по разведку делать. Ну, мне все равно кажется, это уже, игра сделана. Ну, не знаю, что делать по балансу. Ну, так и закончим сегодня. Что, Никиту не отдадим? Не, обойдутся. Идет, идет. Денис идет. Я там стрейфану. Лё, что-то стрейф вообще слабо сказал. А, они же на спринте. Да все окей. Пулемет мы только убили и все. Больше ничего. Не, ну зато Дима неплохо сыграл, да? Это игра, да. Ну, Никита, чем не тебя. Че там у тебя очки не получалось? Ох ты! Бомбежка это артой снайпера убила. Короче, у нас куча, у меня куча лички, 1000 с лишним, 200 топлива, я не знаю, что делать, говорите, это просто идет избиение. Куда кому помочь? Банки строим. Давайте вот эти, да снесем вот эту арту, давайте уже снесем ее. И вот эту, вот еще одна. Он еще он строит. Давайте две бомбежки туда, и сначала одну, потом вторую. Я возьму воздушный, чтобы не тратить время зря, как говорится. Быстрее ковровую возьмем и... Это да они сдадутся быстрее, так ковру. Ну, пока ты знаешь, посмотри, по очкам-то все отлично. О, танк едет, вот на да. Что у них надежда. Я понял. Хорошо. Черт, а я взял. А
обычные. Я так миномет потерял, кстати. Ух ты! Есть одну арту, я уничтожил. Давайте вторую. Кто там у кого бомбежка? Нет еще. Строят две подряд пак. Два подряд пака. Надо уничтожить вот эту арту. Че там у тебя атикен? Когда бомбить будешь? У нас плюс 53 прирост. Хорошо. Надо уничтожать срочно ее. Вот эту, а потом вот эту. Если ты не добьешь, я потом тебе скину. Я подряд. Паки давай. Я пак делаю уже, делаю. Я хотел сказать Зельду. Зельду убивай. Зельду убивай? Ты что, из игры? Хватили, да, Зельду. Они VP идут снимать. Так, а ну-ка, поднапрягись. Так, добил ты арту там? Давайте вот тогда, я вот на эту арту надо сбрасывать. Я делаю разведку и на ту арту давайте. Арта сюда бьет. Да, вижу. У меня еще один пак сделан. Так, я кидаю на ту арту. Еще потом сделаю. У меня лички, так, извиняюсь. Вот из-за того, что ты расслабился, мы сейчас просрали. Не-не-не-не, я не расслабился, я просто... Я не делал лишнюю армию, потому что у вас есть, зачем? У нас вся есть фигня. Я сделаю кучу этих самых паков. Так, снесли все гаубицы. Все гаубицы снесли. Вот еще строим. Следующая бомбежка сюда. У кого... Скажите, кто будет делать. Чтобы мы двое... У меня есть. Тогда как он достроит, бросай. Достроил, бросай. Бросай. Сейчас. Бросаю. Ну, добивайся, Матильда Гаская. Все, она без пушки. Блин, офицер не добивается. Сволочь, не добился. Есть ковровые. Народ, есть ковровые. Чё у тебя так очков много? Ну я потому что хорошо играю. Ах ты такой. Да, я просто сижу там, отъедаюсь на базе. Но у меня паки что-то улетают. Мне вот это не нравится. Стоп. Такой план. А, ковровую не тратим? А вот эту не хотите добить? Может как-то добьем уже ее, а? Ну давайте. Еще одна Матильда едет. Матильда, я разберусь. Я добью. Добьешь? Отступай, пехоты, или не будешь отступать? По центру. Могу стрейф кинуть по центру, говорите, что там?
Что дай стрейф. А он сам отойдет, подожди, не будем пока. Ты слышишь звуки побед? Да, я слышу звуки побед. Ну это убийство. Ну это просто убийство. Дима, Дима там вопит. Ну, а ты можешь, кстати... О, да, Денис написал. Ну, конечно. Ну, вот. Скинул. Сразу вышли. Да, Никитон, ты просто вообще по... Бетловский. 82. Атикин 61. Я 31, потому что я с саппортом играл, конечно. Как ты? Какой у тебя очков? Денчик, псих. Денчик Комсомольск 45, СМФ 42, укуренный лист 28. Ну, в принципе, вот как и должно было быть. То есть, ну, я только просел, как бы. По идее, мы с Димой СМФ... Не, ну, они вот в танки вышли, больше у них шансов. Единственное, что, мне кажется, они проиграли Денис из-за того, что он арту не стал строить. Им надо было арту строить, они бы победили. А если мы пойдем за бритов, мы сможем также победить? Ну, вряд ли, не знаю.